Мы начинаем новую раздачу. Добавляем колбасу, ее отдельно. Я думаю, замечательно будет на вас платочка. Исчезли наши подрядчики. Работ не ведется, ничего. Ой, одни слезы. Я без ничего, понимаете? Большое спасибо. Да. Всем большой привет. Мы продолжаем оказывать помощь пострадавшим людям в Мариуполе. Я заметила, что их настроение меняется. Бывают периоды, когда они держатся, улыбаются. Бывает, когда они снова сдаются и отчаиваются. Мы стараемся их поддерживать как можем, но все равно бывают периоды, когда держаться у них не получается. И я всех призываю быть снисходительными, понимать, что людям действительно тяжело. Я благодарю всех, кто вместе с нами продолжает принимать участие в этом замечательном добром деле. Всем привет с Мариуполя. Мы начинаем новую раздачу. Приехали к общежитию. Здесь пока еще много людей, но их тоже планируют расселять, переселять в другие общежития, где есть места. Алексей, Игорь, помощники наши. Добавляем колбасу, ее отдельно всегда возим, чтобы она не пропадала. Развязать. Здравствуйте. Вас сюда переселили, да? Да. Мы вас раньше в другом общежитии навещали. Меня? Да. А, уже забыла, было, наверное, было, мама, было, да? Было. Да. Это вам, мужской. А это вам. Да. Виталий с нами. Наборчик. А это женский для вас. Желаем вам здоровья и вам, и всего хорошего вам. Слышно меня? Да, слышно? Да, да. Хорошо, слышала. Хорошо. Пяточка такая. Будет ли чай? Да? Талию сделайте. Я думаю, замечательно будет на вас платочка. Хорошо, по размеру. Хорошо? Хорошо. До свидания вам. Ну, мы здесь будем раздавать. Сейчас. Наталья Георгиевна очень спешит. Мы в общежитии здесь, все погорельцы, мы ее отпускаем. Наборчик сразу передадим. Это вам помощь от добрых людей, чтобы вас поддержать. Желаем вам здоровья, терпения. Вас восстанавливают дом, да? Ну, сама восстанавливаю. Сами восстанавливаете, да? За добрые сердца, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего хорошего вам. Да, спасибо вам. Тамара Федоровна. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. А вы нас... Может быть, вспомните, мы к вам приезжали раньше, раз и два приезжали. Сапожки, сапожки. Помните сапожки? Да, да, помню. Вот это мы снова к вам. Помню. Может, на стол? Подходите, присаживайтесь. Мы вот, мы здесь. Мы присаживаться не будем? А это вам на полу или на стол поставить? На стол, может, лучше? Спасибо. Неудобно будет. А вы сами разберетесь потом? Разберусь на ощупь. Там один пакет с продуктами, а другое средство личной гигиены. Хорошо, вы разберетесь, спасибо. Да? Хорошо. Спасибо большое. А как у вас дела с жильем? Что-то решается? Ой, с жильем ничего. Киданули, видно, нас эти. Вот в четверг поедем с соцработником, не знаем, или в суд будем подавать. Выгнали стены и все. Исчезли наши подрядчики. Подрядчики и, не да, строят. И уже никаких работ не ведется, ничего. Ой, одни слезы. В четверг поедем в администрацию. Если не помогут, будем подавать в суд. Угу. Да, тяжелая ситуация. Ну, а мы приехали вас немножко поддержать, чтобы вы не унывали. Спасибо вам. Спасибо добрым людям. Я очень благодарна. Я очень благодарна Ирине Владимировне. Дай Бог это комендант. Ей здоровья. Они меня поддерживают тут. Комендант. Ирина Владимировна. Я очень тронута. А вам здоровья. И старайтесь не унывать сильно. Спасибо. Ладно? Спасибо. Ну, не получается. Один негатив. Все равно старайтесь, уже ничего не сделаешь. Спасибо вам за все. Пожалуйста. А вам до свидания и всего хорошего. До свидания. До свидания, дорогие. До свидания. Спасибо. Вам, до свидания. Перебрала всю свою жизнь, вроде бы я... Не видит. Ну, в общем, короче, вот это мое горе. Да.
Вам дверьку прикрыть? Прикройте. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, до свидания вам. До свидания, удачи вам. Спасибо. Не видит теперь. Жалко людей, конечно, очень жалко. Валентина Васильевна, здравствуйте. 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 Жалко, свет с той стороны, лица плохо видно, но ничего. Да. Как ваши дела здесь? Нормально. Нормально все? Хорошо. А жилье ваше как? Продвигается что-то, нет? Нет, еще не продвигается. Не продвигается? Нет. А документы сделали, подали? Ну, все? Делаю документы. Еще делаете, да? Угу. Тогда желаем вам решения вопроса ваших. Спасибо. С документами, чтобы все-таки получили вы свое жилье. Спасибо. А это вам подарочек. Спасибо. От добрых людей, ой, чтобы поддержать вас. Ой, спасибо большое. Ну, здравствуйте. Ага, пожалуйста, здоровья вам и всего хорошего. И вам всего хорошего. Спасибо, что спасибо. Помогаете нам. Пожалуйста. Спасибо. До свидания вам. До свидания. Да, спасибо всем, кто принимает участие. Мы можем поддерживать людей. Да, Людмила Николаевна. Здравствуйте. 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 Как ваши дела здесь? Болеете, да? Да. Вас там много. Мы приехали вас снова поддержать. Это подарочек вам от добрых людей. А вы нас помните? Мы уже приезжали к вам. Я помню, мы приезжали, помню. Да, вот это мы уже. Помощь просто от разных добрых людей. Пожелать еще вам хотим здоровья. Терпение, чтобы жилье ваше. Сколько можно терпеть? Я без дождаться. Жилья, без ничего, понимаете? Да, поэтому мы здесь. Здесь продукты, это средства личной гигиены, там и порошок, и мочалочки, и мыло. Посмотрите. Да. Как вас зовут? Меня Яна зовут. Да. Яна, вы приходите. Есть. Это мы и есть. Да. Я вас не узнала. Да? Да, не узнала. Ну ничего. До свидания вам. Да, пойдем дальше. А вы еще хорошо? Будете? Ну когда-нибудь, теперь не скоро уже. Какая звезда. Галина Васильевна. Я поэтому извините. Я даже ничего, близко ничего. Не подхожу даже. Что-то хорошо. Не знаю. Это вам подарочек от добрых людей, чтобы вас еще раз поддержать, пожелать вам здоровья, поправляйтесь. Вам и всего хорошего. Вам спасибо большое. Спасибо вам большое. Вам всего хорошего. И до вам, свидания. Девочки, за такие ваши дела. Пусть вам Бог помогает и оберегает. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо еще раз большое. Спасибо. До свидания. Без камеры, сколько вам лет? Куда дальше? Галина Дмитриевна и Людмила Васильевна. Да. Правильно, да? Мы снова приехали к вам поддержать вас. Подарочки вам от добрых хорошо, людей. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте поставим. Ага. Ой. Валентина, встань, Игорек. Спасибо вам большое за вашу помощь, то, что вы нас не забываете и поддерживаете нас в трудную минуту. Огромное вам спасибо. Спасибо, здоровья вам. Мы очень благодарны вам, потому что живем, видите? Да, как вот и у бабушки. Три года. Без ничего остались. Третий год. Ваша помощь нам очень-очень помогает. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, здоровья вам, успехов. И мы вам хотим пожелать здоровья, терпения, дождаться свое жилье. Терпение. Уже три не унывать. Года, уже терпение вот. Тяжело, да. Но уже, наверное, ближе. Квартиры не делают, делают только фасады. Это вранье, что делают людям под ключ. Владислав Иванович, Валерий Витальевич. Большое спасибо. Это вам от добрых людей, чтобы вас поддержать, чтобы вы не унывали и пожелать вам здоровья, терпения и всего хорошего вам. Терпение, это тяжело терпение. Да. И вам всего хорошего. Уже терпение кончилось. Ну, надо терпеть, а что делать? Да. А вам до свидания. И все хорошо. Спасибо. Вы и здоровья, и терпения, и держимся, ребят. Просто держимся. А пойду других. Хорошо. Любовь Анатольевна и Виталий, а по отчеству как? Григорьевич. Григорьевич, да. Это вам подарочек от добрых людей. Чтобы вас поддержать. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. Вам здоровья и всего хорошего. И вам также. Спасибо, спасибо.
До свидания вам. До свидания. А вас раньше не было здесь, да? Вы недавно здесь? Ну, мы уезжали просто. Уезжали, а да? Мы в декабре 22 года под Новый год заселились, а потом уезжали. Потому что я вас не помню на лицо. Вас как будто первый раз мы видим, да? Ну, недавно, если вы приезжали, я вас тоже не видела. Вот, новые лица. Ну, до свидания вам. До свидания, до свидания. Игорь Александрович, вам да. Здоровья и всего хорошего. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, теперь дальше что? Артём, здравствуйте. Мы к вам снова, поддержать вас. Сейчас наборчик вам. Ну, наверное, в руки не давай, куда-то поставь просто. И на маму. Маме привет передай, хорошо? До свидания вам. И мне снова хочется сказать большое спасибо всем людям, которые не остаются в стороне и принимают участие в нуждах тех людей, которым сейчас нелегко. И мне очень хочется пожелать, чтобы беда обошла ваш дом, пожелать вам здоровья, мира и добра. Я благодарю сердечно тех, кто поддерживает меня лично, хотя бы иногда. Я вам очень признательна. Спасибо вам большое. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.